Сегодня мы работаем. Убираем, так сказать, огород. Мама, а ты кусишься? Да, я кушаю сильно-сильно. Вот как-то так. Вот мы сегодня все убираем, потому что уже, в принципе, погоды никакой. Дни становятся короткие. Вот у меня вот надо собрать уже мятку. Вот это вот уже капусту надо уже вырвать, в принципе. Ну, хаще пока, листочки можно кушать. Вот, поэтому вот как-то так. Работы куча, много. Все наши горшки уже помыли. Удобрили вот кустики наши. Вот как-то так. В этом году, конечно, погода не очень была все лето. Поэтому, как кажут, маем, что маем. Уже я там освободила свою, так сказать, маленькую тепличку. Оставила вот этих два помидорчика. Пусть растут немножко. Они уже расти, конечно, не будут, но, может, хоть немножко созреют, потому что они очень зеленые. Пусть еще постоят. Убрала у себя вот здесь. В общем, работаю. Все поубирала. Помыла горшки. Тут еще убираем. Вот мой урожай. Тут и помидорчики, и огурчики. Я бы сказала, огурчиков, да, в этом году, в принципе, было, но вот с помидорчиками вот как-то не очень. Вот еще у меня одна тепличка, но тут она немножко подогревается, то есть, чтобы, так сказать, мороза не было. То есть, когда сильно-сильно холодно, то включается вот небольшой подогреватель. Тут тоже есть помидорки, но пусть она еще постоит, эта тепличка. Пусть они еще немножко повисят, может, еще что-то с них будет. Красавчики какие, смотрите. В общем, как-то так. Мы работаем. Мама у нас молодец, смотрите. Говорит, что все эти кустики надо немножко удобрить земелькой. И поэтому вот эта вот земелька, которая была в помидорках, в огурчиках, теперь эта земелька идет под кустики. В общем, мы с мамой молодцы. Ждем зиму, Рождество. Посмотрите, мои рододерны позеленели, мы их обстригли. На следующий год вообще красавчики будут. В общем, как-то так. Рудик вообще не знает где, забежал. День второй. У меня выходной был вчера, и мы с мамой все поубирали. А сегодня я встала, так хорошо, погода такая хорошая. Прямо осень-осень. Листочки желтеют. Говорят, завтра дождь пойдет. Я убрала свою орегано, сегодня срезала. Тимьян пусть еще немножечко постоит. Цветочки поубираю. Вот такие вот эти вот на чаечек. Чернобрывцы. Вот, смотрите, купили мы вот такой вот ящик. Это мое орегано. Я вот так вот его подвешу посушить. А это ящик. Там мы будем складывать подушки на зиму. Потому что влажность в Норвегии большая, и надо все прятать. Сегодня, конечно, очень хорошо. У меня, вы представляете, клубника. Это вообще октябрь месяц. Она он красавица. Даже он краснеть начал. Как-то так. Убрала в этой тепличке старые листики сегодня. Вот помидорчики пусть еще дозревают. Красота. Вот так вот готовимся к зиме. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк, а если мой канал, то подпишитесь. Я очень буду рада новым подписчикам. Пока-пока!